дурманом сладким веяло от слова Твоего. Поверила, поверила, и больше ничего. Дурманом сладким, вот, дурманом сладким, то есть хорошо так стало, что потеряла себя. Все. А надо было не верить, а воспитывать человека, ставить условия, контролировать его. Мужичка Бог дал, следите за ним. Смотрите, у вас все в ваших руках, он вас любит. Учитесь его воспитывать сразу же, по-доброму. Мой дорогой, а ты не слишком засмотрелся? На девушку не слишком засмотрелся? Ну, по-доброму так. Он, да. Угу. Не, я не. Хорошо, я знаю, я верю тебе, да. Доверяй, но проверяй. Понимаете, разумная девушка. Куда поехал? Поехал с друзьями на курорт. А что меня не хочешь взять? Ну, мы с друзьями, неудобно же. Что неудобно? Когда рядом жена сексом заниматься, неудобно. Конечно, неудобно. Ужас. А что вы хотели? Если бы ты с друзьями поехал, допустим, работать куда-то, другое дело. А на курорт надо с женой ехать, а не с друзьями. Не ужас. Это правда жизни. Понимаете? Которую надо знать и уметь говорить честно своим близким человеку то, что есть на самом деле. А если ты не можешь ему говорить честно, значит, ты зависишь от него. Значит, ты унижена. И это означает, что ты его обязательно потеряешь. Вдохнула, выдохнула, приняла судьбу. Все, начала менять свою жизнь. Движемся дальше. Что такое любовь, вера? Вот когда патовая ситуация, смотрите. Это красивая любовь тоже, она красивая, но она разрушает человеческую жизнь. Потому что такие песни надо петь для кого? Для Бога. Вот смотрите сейчас, вот что для Бога надо петь? Ведь люди поют для людей. Это любовь, вера. Шансов нет быть вместе. Кто рассвет приносит? Бог. Солнце, луч кто приносит? Бог. А любовь саму кто приносит? Бог. Понимаете, когда Бог видит, что вот, блин, вот девушка хорошая, подходит прямо вот ему, вот этому моему, как бы, герою, очень хорошо. Бог так думает. У каждой девушки есть божественная энергия, есть человеческая. У каждого мужчины тоже. И Бог что делает? Он в девушке божественное открывает только этому парню, больше никому. И он смотрит на нее. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. То есть Бог открывает, понимаете? Это Бог тебе показывает. Он раскрыл божественное в человеке. Человеческое он не открывает пока. Потому что там, ну что там, нельзя открывать, иначе детей даже никогда не будет. Потому что когда человек видит еще и остальное все в ней, что она ему и Кузькину мать принесет, как бы, и все остальное тоже обязательно. Ну то есть человеческое в человеке тоже есть. То тогда в этом случае
Человек испугается и не будет вместе с ней. А так он видит в ней только божественное, только чистоту. И женится на ней. А потом, когда они начинают жить вместе, так как она ему значит, подходит девушка. Подходит означает, будет все давать, и счастье, и страдания. Подходит. Ну, то есть, другими словами, судьба похожа. То есть, она может его реально мучить, как ему положено. Ну, и когда он будет хорошим, она ему также счастье реально будет давать. Подходит человеку девушка. А он же думает, что только хорошее она мне будет давать. Ты приносишь мне рассвет, она еще не знает, что также и закат приносит, не только рассвет. Когда кто рассвет приносит, потом закат приносит тоже. Так устроен этот мир. Ну хорошо, вы скажете, Олег Геннадьевич, вы слишком пессимистичен. Мне кажется, что вы уже стареете, поэтому. Хорошо, мои дорогие, давайте представим, что вам человек всю жизнь приносит только рассвет. Я такое тоже видел. И это еще хуже. Знаете почему? Потому что когда, не дай Бог, он уйдет из жизни раньше тебя, тебе жизни в этом мире уже не будет. А если ты раньше уйдешь из жизни, то ты в следующей жизни, я такое тоже видел, будешь искать только такого и больше ничего. Это значит, всю следующую жизнь ты останешься одна. Поэтому Бог и не делает так, чтобы люди от людей счастье испытывали такое бесконечное. Потому что это патовая ситуация, понимаете? Человек же вечно живет. И он будет искать одно и то же себе постоянно. И ничего не найдет больше. Ему же не каждую жизнь положено вот это, наслаждаться жизнью. Сегодня наслаждаешься, завтра экзамены придут. Поэтому, понимаете, даже это не самый лучший вариант, когда тебе вот все дают что-то, что ты хотел. Это еще хуже. Но бывает, человеку дают, понимаете, награду, потому что он правильный, этот человек. Но это совсем другое чувство.